гулять. Привет, друзья, юные художники, мамы, мамам большой лайк. Сегодня у нас 8 марта, субботник на Гамма, а меня зовут Ваня. Я рисую на канале Рыбакит. Часто рисую, приходите в гости. Сегодня делаем открытки. Сегодня первая открытка на обычном белом листе бумаги. У меня обычный лист бумаги. А если у вас есть поплотнее, то это, конечно, одобряется. Плотные листы бумаги, открытки получаются лучше, плотнее. Но хотя качество открытки зависит от того настроения, с которой ты его делаешь. Так, рисуем сегодня пальчиковыми красками малыш. Фирмы Гамма. А мне они супер нравятся. Я так пак-пак-пак сейчас порисуем. Конечно же, что мы рисуем на 8 марта? Мне кажется, чаще всего восьмерку. Большущую восьмерку. И мы ее сегодня, конечно, рисуем не один раз. А мне хочется нарисовать цветочки. Так же давай для самых малышей рисуем цветочки. У нас есть фломастеры. У вас есть фломастеры, у нас есть краски, все готово. Рисуем цветочки. Рисуем три цветочка. Такие, чтобы они у нас влезли, и чтобы нам было вдоволь потыкать пальчиками. Рисуем здесь кружочек один. Здесь кружочек второй. Прям кружочек такой, небольшой черненький кружочек. И здесь третий. Это центры наших цветочков будут. Так, центры наших цветочков. После этого рисуем полосочки. Раз, два, три, четыре, пять. Можно считать, если ты умеешь считать, то считай вместе с папой. Вот так. 6, 7, 8, 9, 10. И поставим точечки на каждой, на каждом лучике. Так. Поставили? Отлично. Теперь еще раз то же самое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Того 12 получается. Получается как часы, да? 12 часов, 12 полосочек. Отлично. И здесь можно рисовать маленькие. Даже если они друг на друга налазят, ничего страшного. Мы рисуем цветы для мамы. И это открытка на 8 марта. Мне кажется, ей должно понравиться, так как оно сейчас простое, но... Я понимаю, что мы учимся с тобой. Идет стебли, нарисуем стебли. Стебли вот сюда идет, один стебелек, и сюда. Вот так. И еще листики можно рисовать. Маленькие листочки такие. Я думаю, что понравится и маме. И листочки. Ху-ху-ху. Нарисовали? Я думаю, это просто. Несложно нарисовать такие штуки. А если ты не успеваешь, то я не могу сказать ставь на паузу, потому что у нас все в прямом эфире проходит, да? Но также есть у нас ролики на Ютубе записанные, они останутся, так что если ты смотришь на Ютубе, то приходи и ставь на паузу, у тебя получится точно. Смотри, теперь мы используем наши пальчики, наши пальчики мы используем и весело это делаем, потому что у нас есть на разные цвета. Берем сначала желтый, я возьму самый светлый цвет, и желтый, конечно, лучше всего подойдет. Для того, чтобы мазнуть. Вот так, раз-раз-раз, мазнули. Побольше, потолще бери. И теперь рисуем яркое солнце. Вот так нужно тыкать везде такие тыкелки. Просто рисуем краской. Если у тебя есть гуашь, то рисуй гуашью тоже. Если у тебя нету, например, пальчиковых красок сейчас, то рисуй гуашью просто точки. Приятно рисовать пальчиками красками. И за это я начал использовать их, потому что это приятно и для взрослых тоже. Вдвойне приятно. Да, пишите, если у вас есть вопросы, я буду отвечать. У нас есть желтый цвет, пальчиковые краски смываются легко, но лучше иметь тряпочку, чтобы после того, как вы смыли их вот так вот, в воде помочили, после этого вытереть вот так, раз-раз-раз, вытерли платочком. Все, рука чистая, моя кисточка чистая. Я хочу взять следующий цвет. Следующий цвет у меня будет оранжевый. Мне нравится оранжевый цвет, я попробую все использовать. Беру оранжевый, не очень толстеньким, так раз, два. И стараюсь на точечки попасть. Стараюсь, конечно, но я не всегда попадаю на точечки. Я вот здесь не очень попадал на точечки. Так. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот так.
Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Ставим, ставим точечки без остановки. Побольше ставь, но немножко оставь место для еще других красок. Оранжевый цвет мне очень нравится, особенно нравится, очень приятный цвет. А сама краска легко смывается. Еще раз смываем ее. Немножко в воде буль-буль-буль. У меня есть чашечка, я ее мочу, свой пальчик в чашечке, и все. Так можно, как так можно. Делай как хочешь. Делай вот как хочешь и участвуй в конкурсе. Конкурс такой простой. Делаешь то, что ты хочешь сегодня. Рисуешь с нами, рисуешь вот ту же тему, 8 марта. Делаешь открытку, делаешь сторис. Пишешь собачка Гамма Раша, чтобы я увидел, я твою сторис себе кладу на гамму. У тебя появляются новые зрители, что классно. И мы вместе рисуем дальше. Я смотрю на твои работы. В конце эфира я все работы посмотрю, всем супер лайки поставлю. Вау, как красиво получилось. И победителю одному мой палец выберет, кому я нарисую рисунок. Мне кажется, это интересно. Многие ребята участвуют и хотят выиграть рисунок. Я нарисовала. Ты быстрее меня нарисовала, да? Опять пальчик мой чистый. И я хочу еще зеленый взять. Зеленый взять. Ага. Ой, какой нежный зеленый. И здесь мазнуть. Вот тут помазать. Вот тут красиво сделать. Красиво. Вау! Здорово, здорово. Простой рисунок сегодня получился. Я хочу сейчас сделать еще одну открытку. У нас будет несколько пальчиковых открыток. Как-то... Потому что они настолько легкие, что просто хочется еще порисовать пальчиками. Так что я... Сейчас будет еще одна открытка тоже пальчиками. Так что я даже...